Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале о главных событиях. Праздничная неделя завершена. Расскажем, чем она запомнилась. Наш соотечественник Семен Аганов принял участие в передаче Первого канала «Мужское-женское». Министерство труда и социальной защиты Южной Осетии объявило конкурс для формирования кадрового резерва. Подошли к концу праздничные выходные дни. Первая рабочая неделя нового 2024-го началась. Хороший повод подвести итоги прошедшей недели. Чем же она запомнилась и какие события произошли, расскажет Стелла Бясрова. Новогодняя ночь прошла спокойно, без каких-либо серьезных происшествий. Жители республики по традиции отметили Новый год на театральной площади. Праздничный концерт, конкурсы и дискотека. Особенно ночь запомнилась молодежи. Мероприятие посетил глава государства Алан Гаглоев. В первый день Нового года одна из старейших печатных СМИ республики, газета «Хурзарин», отметила свой юбилей – 100 лет со дня образования. Наш телеканал подготовил серию сюжетов, которые периодически выходили в эфир. Ночью 3 января на свет появился первый ребенок, родившийся в 2024 году. Алан, так назвали малыша, стал первым ребенком в семье Тедеевых. От имени президента новоиспеченной маме вместе с наилучшими пожеланиями вручили денежные средства. Будьте в здравии. И чтобы в Южной Осетии вот такие прекрасные мамаши были бы всегда счастливы и могли бы родить еще больше детей. В тот же день во Дворце детского творчества стартовало ежегодное новогоднее мероприятие «Президентская елка». Десятки детей посетили яркое театральное представление. Поздравить их пришел глава государства Алан Гаглоев. Праздничные представления во Дворце детского творчества проходили всю неделю. Сотни ребят радовались приходу Нового года и общались со сказочными героями. Кроме того, еще несколько новогодних мероприятий, подготовленных Министерством культуры, были организованы для маленьких граждан нашей республики. Так, в Государственном драматическом театре прошли сеансы спектакля «Смурфики», а в киноконцертном зале «Чермен» представление «Новогодний серпантин». В целом, неделя прошла спокойно, тем не менее, без происшествий не обошлось. В поселке Дза в жилом доме произошел пожар. К сожалению, без человеческих жертв не обошлось. За прошедшую неделю, значит, у нас был ряд чрезвычайных ситуаций. В первую очередь, это, конечно, самосожжение женщины 4 числа в поселке Джава, а также ряд возгораний, мусора, который произошел и в городе, а также было возгорание дымохода в селе Схлеб. Пожарная часть номер 3 выехала оперативно на место и потушила дымоход, дом удалось отстоять. Также было разминирование, значит, российскими пограничниками были обнаружены боеприпасы, куда выехала наша саперная группа и изъяли эти боеприпасы. Вот. Также оказывалась техническая помощь нашим гражданам, то есть все-таки снег большой выпал в республике, и буксировка порядка 8 раз оказывалась помощь в плане буксировки автомобильной техники. Можно сказать, что неделя прошла стабильно, без особых происшествий. За неделю на территории республики преступлений не зарегистрировано, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. За различные нарушения общественного порядка сотрудниками милиции к ответственности привлечено 19 человек. На дорогах республики зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие. Пострадавших нет. Во время надзора за безопасностью дорожного движения сотрудники ГАИ выявили 153 нарушения. На сегодняшний день можно сказать, что в целом мероприятия прошли в спокойной обстановке, без грубых нарушений и преступлений. Имели место отдельные мелкие правонарушения, которые сотрудниками милиции своевременно пресекались. В основном это такие нарушения зафиксированы
во время встречи Нового года с 31 на 1 января. Нарушители, которые допустили такие действия, были доставлены в городское управление внутренних дел. С этими нарушителями была проведена профилактическая беседа, после чего они были отпущены. В ночь 6 на 7 января православные христиане Южной Осетии отметили светлый праздник Рождества Христова. В главных храмах республики прошли праздничные литургии, которые посетило руководство республики во главе с президентом. На усиленный режим несения службы были переведены все силовые структуры республики, которые обеспечивали общественный порядок. Так завершились праздничные дни спокойно и без особых происшествий. Стелла Бязарова, Рауль Кочиев, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. Министерство труда и социальной защиты Южной Осетии объявило конкурс для формирования кадрового резерва. Заявки для участия в конкурсе подали 88 человек. Конкурс проходит в два этапа. Тему продолжит Анжела Кукоева. Министерство труда и социальной защиты Южной Осетии объявил конкурс для сформирования кадрового резерва. К участию в конкурсе допускаются граждане республики, достигшие 18 лет, владеющие государственными языками, законодательством Республики Южная Осетия, имеющие высшее образование. Конкурс проходит в два этапа. На первом этапе собрана вся необходимая документация для допуска на второй этап, который пройдет на новой неделе в виде тестирования. Конкурс идет в кадровый резерв, поскольку у нас пока министерство находится в процессе формирования, нет пока рабочих мест, условий, чтобы мы сегодня же приняли на работу все 47 человек, 47 государственных гражданских служащих, как это предполагается в будущем. Поэтому мы вводим конкурс только в кадровый резерв, и уже после этого будем исходить из кадрового резерва набирать людей. Заявки для участия в конкурсе подали 88 человек. Из них отобраны 86 кандидатуры, которые и претендуют на вакантную должность в министерстве, отметил глава ведомства Олег Кагоев. Кадровый резерв не ограничен численно, потому что кадровый резерв нам понадобится и в будущем. Поэтому мы не ограничены. Потенциально все 86 человек могут попасть в кадровый резерв. У нас основные документы уже утверждены, а штатная численность пока не сформирована, кадровый состав не заполнен. Как раз для этого мы проводим конкурс. Без проведения конкурса на государственную гражданскую службу принять нельзя. Министерство создано относительно недавно на базе Комитета по беженцам. По указу президента республики Алана Гагоева ведомство возглавил Олег Кагоев. Основным направлением деятельности Министерства труда и социальной защиты является осуществление охраны труда, рассмотрение вопросов занятости и безработицы, уровня жизни и доходов населения, пенсионного обеспечения и социальной защиты. Анжела Кукоева, Азамат Кудзев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Проезд по Транскавказской автомагистрали будет запрещен с 21.00, сообщает пресс-служба МЧС Южной Осетии. На трассе наблюдается обильный снегопад в горах, в связи с чем отмечается высокая опасность схода лавин и невозможность обеспечения безопасного проезда. Транскам будет закрыт до особого распоряжения, добавили в чрезвычайном ведомстве. Наш соотечественник Семен Аганов принял участие в популярном ток-шоу на Первом российском канале «Мужское женское». Являясь человеком разносторонним, Семен покорил сердца зрителей. Он профессиональный оперный певец и обувщик в четвертом поколении. Об интересной личности наш следующий материал. Наш соотечественник Семен Аганов принял участие в передаче Первого канала «Мужское-женское». Это ток-шоу об отношениях. Передача имеет семейно-драматическое, в том числе бытовое содержание. Ведущие Александр Гордон и Юлия Барановская. Семен Аганов – разносторонний человек. Совмещает, казалось бы, две абсолютно несовместимые профессии. Он – профессиональный оперный певец и обувщик в четвертом поколении. Кстати, последнее и является основным
основным источником его доходов. Но и с пением его жизнь связана неразрывно. Пою я в Дворце культуры город Дубна, Дворец культуры Октябрь. Уже профессиональное пение. У меня уже. Но это как солист. Хобби, это для души. Ну, вы знаете, если я училище закончил, и я извиняюсь, чуть-чуть унюхал Московскую консерваторию, это же не просто так. Значит, все-таки тяга какая-то была. Слушайте, а пока мы не поговорим о Московской консерватории, давайте послушаем, что вы о своей профессии рассказали накануне. Стал обувщиком где-то в возрасте 14 лет. Надо было семью прокормить, отцовскую семью надо было кормить. И себя кормить, и брата, и сестру. Меня приняли в дом быта, тяжело трудное время. Семья была прокормлена, и все было нормально. С 14 лет он занимается обувным делом. Как он сам рассказывает, тогда надо было прокормить семью. И он брался за любую работу. Замена окон, заливка фундамента, сварочные работы. Но все же обувное дело всегда было на первом месте. Опять для меня это как лечить душу, признается герой передачи. Занимаюсь запоминанием слов произведений. Вот они, мои родные нотки. Слова, и сижу и запоминаю все произведения, то, что мне задано. Все зимы вы ждали, детки, надоело вам давно. Осень хмурая с дождями, посмотрите-ка в окно. За ночь выпал снег глубокий, и мороз, как в декабре. На передаче Семен Аганов заразил всех собравшихся своим жизнелюбием и позитивом. Героя передачи тепло встречал зритель Первого канала. Многие именитые артисты высоко оценили его талант. Есть взрослые, которые не хотят, чтобы детство уходило. Александр Татарский, режиссер-мультипликатор, говорил, мы люди с головой повернуты назад в детство. Вот. И главная примета вот этих людей, они не рвутся в начальство и не хотят управлять другими людьми. Ни в начальство, ни в диктаторы, никуда. Они просто поют, подчиняют обувь, играют на гитаре, носят шляпы и влюбляются. Сейчас Аганов занимается профессиональным пением в Московской области во Дворце культуры «Октябрь» под руководством Александра Васильевича Чайковского. Очень удивительный человек, удивительный своей преданностью, преданностью к пению, своей огромной ответственностью. И у него есть такая тенденция, это добиться такого для себя, как бы подтвердить, что я могу, тем более, что человек очень давно когда-то занимался этим серьезно, по молодости, потом в силу разных причин был огромный перерыв, вот, и добиться вот каких-то таких вот действительно профессиональных откликов у слушателей во время своего исполнения. Он для этого делает все. Александр Васильевич меня просто взял и воскресил. Нам с вами большой творческий путь впереди. Большой зал, большой консерваторий. Я подойду все-таки это к этому. Начал свой творческий путь Семен Аганов в музыкальном училище имени Феликса Албурова и работал в городе Цхинвал в доме быта. Эльвира Тибилова, Регина Чешткова, Фатима Кумаридова. Информационный выпуск сегодня. Новый год успешно начался для юных борцов в нашей республике. Им удалось завоевать 6 медалей на первенстве Северной Осетии Алании среди спортсменов до 16 лет. Победителями соревнований стали Дмитрий Иванеев, Ален Санакоев и Денис Кукоев. Вторым стал Артур Тедеев, а на третью ступень пьедестала поднялись Арсамак Голованов и Валера Бекуйта. Благодаря этому они получили право выступить на первенстве Северокавказского федерального округа. Подготовили спортсменов тренеры Артур Гагиев, Андрей Гигулаев, Алан Газаев и Тамерлан Кучиев. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике переменная облачность. В Заурском районе днем плюс 3, ночью 1 градус тепла. В Цавском районе днем плюс 2, ночью 0 градусов. В городе Квайса днем плюс 1, ночью минус 1. В Лениногорском районе днем плюс 5, ночью 2 градуса с плюсовой отметкой. В столице республики в Цхинвале днем 4 градуса тепла, ночью плюс 2.
На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.